Душевая кабина Тимо, модель 7725, с размером 120 на 120 сантиметров, с высоким поддоном. Дверной блок выполнен из прозрачного, закаленного, безопасного 6-миллиметрового стекла. А это означает, что повредить его практически невозможно. Это гарантирует безопасность и долговечность конструкции. Если вы случайно разобьете стекло дверного блока, что крайне сложно, то вы все равно будете в безопасности, так как стекло не даст осколков, а рассыпется в мелкую крошку. Это защитит вас от травм и опасности пораниться обитое стекло. Профиль, из которого изготовлена душевая кабина, высокотехнологичный материал, который применяется в авиационной промышленности. Он называется авиаль, авиационный алюминий. Он славится своей прочностью, легкостью и высокой защищенностью от окружающей среды. Двери душевого бокса подвешены на двойных металлических роликах с плавающим фиксатором, который представляет надежное крепление двери к профилю бокса. Кроме надежности, эти ролики также отличаются своим бесшумным ходом, так как подвижный элемент ролика находится внутри пластикового кожуха. Поддон душевого бокса выполнен из стопроцентного белоснежного акрила и установлен на стальной армированный каркас, что позволяет поддону выдержать в 3 раза больше среднестатистического веса человека. Удобное стационарное сиденье, которое является частью поддона, позволит с комфортом разместиться в сидячем положении для принятия гидромассажных процедур. Акриловая гидромассажная панель имеет 12 самоочищающихся форсунок. Направление подачи массажной струи легко регулируется нажатием пальца на центр форсунки. На панели также находится сенсорный пульт управления, при помощи которого вы с легкостью можете командовать всеми основными функциями душевой кабины, такими как радиоприемник, верхний свет и вытяжка, громкость, выбор волны в диапазоне FM. Сенсорное управление облегчает контроль функций душевого бокса, такими как верхний свет, обрамляющий тропический душ, радиоприемник на коротких волнах, вентиляционная вытяжка. Регулировка температуры воды осуществляется однорычажным смесителем, а переключение режимов воды удобным 4-режимным переключателем, который позволяет выбрать способ подачи воды между верхним тропическим душем, ручной лейкой, гидромассажной системой. Подсветка, так называемый лунный свет, установлена в крышу бокса. Она состоит из множества сверхярких диодов. Яркость смягчена молочно-белым пластиковым плафоном, что дает мягкий свет, похожий на лунный. Это создает приятную атмосферу комфорта, романтическую атмосферу. Сливной люк с системой клик-клак позволяет одним нажатием набрать воду внутрь поддона. Зеркало и полочки, расположенные в наиболее удобном месте кабинки, делают эксплуатацию ее более комфортной.